Здравствуйте. Сейчас я вам об очередной приколюхе расскажу. Вот. Это Raspberry Pi модель B2. Точнее, Raspberry Pi 2 модель B. Вот. Очень интересный это мини-компьютер. Вот. Но изначально, когда вы его покупаете, у него радиаторов нет. Это я уже как бы радиаторы свои налепил. Вот. Вот вы представьте. Вот это вот одноплатный компьютер, который размером вот с кредитную карточку. Представьте. Вот. По характеристикам. Там 1 гигабайт оперативной памяти. Вот. И 4-ядерный процессор. Там, не помню, по 1 гигагерц, что ли, частота. Вот, ARM. В принципе, конечно, слабенький. Но для своих размеров, сами подумайте. Вот, на него есть разные операционные системы, Linux там, вот, Windows 10 сейчас есть, вот, недавно вышел. То есть, в принципе, вот, с них всякие делают мини-ПК, там, экран можно подключить, все что угодно. Вот. В принципе, зачем он мне нужен, да, я как бы люблю всякую робототехнику и прочее. Вот с вами мы будем в дальнейшем видео снимать, вот, буду показывать, как к нему разные датчики подключать, как их настраивать и так далее. Вот, так что подписывайтесь на канал, не пропустите. Вот, он у меня немного пыльный, конечно. Ну, смотрим, что у нас тут есть. Вот есть первый разъем камеры. Вот сюда подключается, специальная камера есть для Raspberry Pi, вот она сюда подключается. Потом есть дисплей, под дисплей порт, вот, то есть есть дисплей тоже со шлейфом, шлейф туда подключается. 3.5 джек, вот, это питание micro USB, вот, HDMI выход. Собственно, в прошлом видео вот то, что я показывал, VGA разъем, да, HDMI на VGA, вот он подходит для Raspberry Pi. Вот, далее, что мы тут видим, Ethernet порт, 4 USB порта, вот, ну и GPIO, как их разъемы, вот, что вот самое как раз в этих разъемах и фишка Raspberry Pi, эти разъемы нужны для как бы программирования других компонентов, да, то есть вот по этим разъемам мы подключаем разные датчики, да, и программируем их, и на эти разъемы потом с этих разъемов собираются данные с датчиков, вот, да, и мы ими управляем. Вот, очень интересная штука. Вот, так что, если кому интересен такой мини-ПК, вот, заказывайте, говорю, Linux, пожалуйста, будет летать, конечно, громко сказано, но работать нормально будет. Вот, можно всякие в интернете сидеть, да, для серфинга, пожалуйста. Вот, видео смотреть, ради бога, все это будет работать. Все, подписывайтесь на канал и всего доброго, до новых встреч.